Инсан раздал каспичанам питьевую воду. Такая акция была инициирована фондом после серьезных проблем с водоснабжением в Каспийске. Жители города не получают в домах питьевую воду надлежащего качества уже несколько недель. Как сообщил директор Инсан Расул Ахмедов, фонд будет продолжать снабжать каспичан бутилированной водой. Мы решили принять участие, поддержать горожан, организовать раздачу чистой питьевой воды. Эта акция не последняя. Такая акция до стабилизации обстановки с водой в городе Каспийска будет продолжаться. Каждый день благотворительный фонд «Инсан» будет проводить раздачу чистой питьевой воды по разным частям, округам города Каспийска.